Здравствуйте всем. Добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. А сегодня мы покажем, расскажем, как растут наши выброшенные в морозы, в сугробы, детишки. Четыре девочки и один мальчик. У кого-то же хватило ума, не ума, не знаю, как это сказать, просто взять и выкинуть детей на холодную, голодную смерть, надеясь на то, что либо люди знали мое время приезда, либо просто выкинули, потому что знали, что за час дети могли просто замерзнуть и не проснуться. К сожалению, наши реалии жизни таковы. Люди вконец перестали быть людьми. И с каждым годом это все становится намного, мне кажется, обширнее. И человечество почему-то не задумывается о будущем, о том, что ждет нас на том свете. Я, допустим, всегда думаю о том, что за все мои спасенные души вместе с вами, да, Господь все-таки, наверное, покажет мне мост радуги, где я встречусь обязательно со всеми своими собаками, ушедшими, к сожалению, на радугу, по вине людей. Вот. Честно, я практически каждый день, ложась спать, думаю о том, что я обязательно встречусь там со всеми со своими детишками, четвероногими детишками, которых за 8 лет я потеряла, к сожалению, много, но я помню каждого, кто когда ушел, от чего погиб. Это больно. За 8 лет это больно, но тем не менее. Нас много, мы идем дальше, спасаем, помогаем. Не только благодаря вам и вашей помощи мы можем их спасать. Дети растут, за что хочу выразить прямо искреннюю благодарность Кате Стулы. Катюш, спасибо тебе огромное, спасибо за твою светлую маму, за тебя, за то, что ты откликнулась помочь нам выхаживать этих маленьких детишек, которые только родились и которых, к сожалению, какой-то не человек отнял от мамки. Спасибо тебе огромное за Веню, во-первых, что не проехала мимо. И спасибо вообще за то, что вы вот так вот с мамой, понимая всю мою загруженность, всю мою занятость, протянули руку помощи и взяли детишек выхаживать, выкармливать. Спасибо искренне твоей маме. Мы с ней очень, очень хорошо подружились. У тебя очень добрая такая мамочка. Танюш, спасибо вам огромное. Мне очень, я очень рада, что я с вами познакомилась. Я хочу сказать огромное спасибо девочке Софии, которая заказала для детей щенячий корм Royal Canin на сумму 11 тысяч. К сожалению, доставка должна была быть 8 числа, но ее почему-то перенесли на 10. Ладно, два денька у нас еще терпимо. Да, смеси. Ребята, вы видите, растут, да, смеси. Сами знаете, каково выхаживать новорожденных щенков. Это постоянные смеси, это постоянные пеленки. Сегодня я привезла две пачки пеленок, это 700 рублей. Влажные салфетки там 100 рублей. Плюс корм 799 рублей. Плюс, девочки, это присыпка 200 рублей, Johnson Baby. Ну, в общем, это бесконечный поток, постоянный, в общем, постоянные покупки, постоянное питание, кормление, дети растут. Естественно, смеси становятся с каждым днем им на питание уходит все больше и больше. И хочу сказать огромное спасибо вам всем, кто со мной. Я
Еще раз говорю, что я читаю комментарии каждого. В последнее время не всем отвечаю. Девочки, простите, просто действительно большая очень загруженность. Видите, сколько больных детишек. У нас сейчас предстоит поездка свиней на кастрацию, на повторный посев. Вот это все будет в следующем ролике. Вы обязательно увидите и Венечку. Веня – это тоже такой маленький ребенок, который признал меня своей хозяйкой, и который... Ну, вот прям маленький ребенок. Я обращаюсь к вам, моя большая дружная семья. Ну, как всегда, да. Вы видели, что оплата за Ярика произошла очень большая. Но это, скажу всем, да, кто там немножечко не понял, это предоплата за 3 недели. То есть Ярик у нас был в стационаре интенсивной терапии. У него предстоит очень множество тоже больших операций, но это все будет в следующих роликах. Вы обязательно все увидите, все отчеты, все чеки. Ну и, как всегда, я обращаюсь к вам. Мы, как всегда, ждем и надеемся на вас, на вашу помощь. Помощь детишкам. Ну, вот скоро будем где-то недельки через две переходить на корм Royal Canin. Это именно щенячий корм. Сухой, который предназначен, да, для сук и, ну, для мам сук, вот, и кормящих, и для щенков с 2 недель. Но корм достаточно дорогой, Royal Canin Starter, но он очень витаминизированный, поэтому каждая ваша помощь – это помощь им. Спасибо вам большое, спасибо за то, что с нами, за то, что помогаете, поддерживаете. Всех люблю, ценю. Как всегда говорю, вы моя большая дружная семья. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро», Наталья.